Здравствуйте, вы смотрите 7-й канал, в студии Алена Мальцева. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. США хотят дать Украине летальное оружие. Член республиканской партии Майкл Берджес подал на рассмотрение Конгресса законопроект. Он отметил, Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь Украине. Ми, Конгрес, як інституція, стоїмо на позиції солідарності з Україною. Сполучені Штати вже надали фінансову та матеріальну допомогу Україні. Але беручи до уваги постійну агресію і брак поваги до мирного плану, який Росія демонструє у ставленні до українського народу, насправді Україна потребує більше, ніж просто грошей. Україні потрібна зброя, боєприпаси, бронежилети і засоби зв'язку. Я подав законопроект HR-5315, який створює програму з ленд-лізу та дозволяє президентові США передати певну зброю та устаткування Україні. Безперечно, що фінансова допомога важлива, так само важливі зброя та боєприпаси, щоб відбити російські війська, які вторглися до суверенної країни. Если документы одобрят, наше государство сможет получить противотанковое оружие и боеприпасы, противовоздушное и стрелковое оружие, в том числе пистолеты, штурмовые винтовки, гранатометы, пулеметы и снайперские винтовки. Также Украине смогут передать многоцелевые автомобили, лодки, бронежилеты, системы управления огнем, дальномеры и другое оборудование. Евросоюз поможет создать правоохранительную систему Украины с нуля. Соответствующее соглашение уже подписано. Вскоре в нашу страну приедет миссия ЕС, которая и будет помогать в реформировании сектора гражданской безопасности. Сначала к работе приступят 50 человек, позже их число удвоится. Нам доведеться перебудувати усе практично з нуля, а це великий сектор української держави. Ми підходимо до цього завдання з очікуванням, що матимемо підтримку українського уряду. Ми віримо, що очевидно це буде складно, але це історичний момент для України – збудувати державу такою, якою вона повинна бути. Профессиональный праздник морпехи получили в подарок два военных городка в Николаеве. В них разместятся морские пехотинцы из Феодосийского и Керченского батальонов, которые вышли из Крыма. Пока в них расселятся холостяки, но командование обещает, в скором времени появится дом для семейных морпехов. Черным беретом возместят и затраты на аренду жилья. Помещение, видите, что готово, приемно. Осталось там расставить мебель, которая необходима. Кровати, шкафы, тумбы. Треба нам дообладнувати ще один гуртожиток, що дозволить нам тут розмістити 200 військовослужбовців холостяків контрактної служби. Нам треба дообладнувати камбуз, який забезпечить прийом їжі. Нам треба провести певний ряд заходів до обладнання паркової зони, полігонної зони підготовки. Оккупация Крыма сократила численность населения Украины. Теперь она составляет 42 миллиона 800 тысяч человек. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики. За месяц украинцев стало меньше на 3670 человек. Напомню, пиковым для Украины по численности населения был 1993 год. Тогда в стране проживали почти 52 миллиона человек. В одной из американских компаний будут работать 4 робота-охранника. В США уже приступили к финальной стадии тестирования. До конца года заказчику поставят 4 робота. Необычные охранники способны патрулировать территорию. Для этого они используют 4 камеры, радары и датчики изменения окружающей среды. Робот К-5 не вооружен, но может подать сигнал об опасности посту охраны. Его эксплуатация стоит 6 с четвертью долларов в час. Это почти в 2 раза дешевле, чем труд человека. Это были все новости на данный момент. Мы будем следить за развитием событий. До встречи в эфире.